Здравствуйте, меня зовут профессор Ли Дживон, отделение педиатрии медицинского центра Samsung. Во-первых, хочется поблагодарить за приглашение в данном мероприятии. Сегодня я поделюсь с вами последними знаниями в области лечения солидного рака у детей. Сперва позвольте немного рассказать о медицинском центре Samsung. Это высокоспециализированный медицинский центр, наличие которого имеются 2000 койко-мест. Ежедневно больницу посещают более 9000 амбулаторных пациентов. Более 5000 сотрудников медицинского персонала работают в центре. Говоря о сотрудниках детского онкологического центра больницы, 14 врачей, 6 из которых — профессора высшей категории, 2 специализированные медсестры, 34 медсестры, фармацевт, социальный работник и другой медицинский персонал работают совместно. В отделении стволовых клеток располагается 10 коек, в больничных палатах — 40, в центре амбулаторной помощи — 15. Здесь представлено отделение стволовых клеток, где проводится высокодозная химиотерапия, аллогенная трансплантация детям с диагнозом лейкемия. Это отделение для прохождения стационарного лечения детям, больных раком. В нашей больнице есть центр амбулаторной помощи, где пациенты могут получить химиотерапию в амбулаторных условиях, без необходимости быть госпитализированными. Давайте далее посмотрим видеоролик о детском онкологическом центре «Медицинский центр Samsung». Наш병원은 고위험 소아암 재발암 치료에 좀 특화되어 있습니다. 고용량 화학요법 자가조혈모습 이식을 연속적으로 시행하는 방법으로 여러 고위험 종양의 치료 성적을 향상시켰는데 대표적으로 고위험 신경모세포종의 생존율을 약 70%까지 향상을 시켰습니다. 또 그뿐만 아니라 이런 치료 방법을 고위험 뇌종양에서도 적용을 해서 생존율을 향상시켰는데 대표적인 예가 수모세포종이라는 종양이 생존율을 70% 이상으로 향상을 시켰고 또 가장 난치성 뇌종양인 영유아 뇌종양의 치료 성적을 방사선 치료를 최소화하면서도 생존율을 역시 약 70% 정도로 향상을 시켰습니다. 이 분야의 생존율은 우리 병원이 세계에서 가장 좋은 병원이라고 말씀드릴 수 있습니다. Сейчас я вкратце расскажу о характеристиках рака у детей. Онкологические заболевания, возникающие у детей, совершенно отличаются от рака, который возникает у взрослых. Характер самой опухоли у детей отличен от опухоли у взрослого. В большинстве случаев ответ на лечение детского рака положительный и показатели выживаемости достаточно хорошие. При лечении педиатрических онкологических заболеваний, в особенности курса химиотерапии, необходимо уделять значимое внимание контролю за возможным последующим осложнениями, стараться минимизировать таковые. В основном лечение детского рака осуществляется тремя методами – хирургическое лечение, химиотерапия, лучевая терапия. В целом, результаты лечения хорошие, однако в случае группы высокого риска или рецидивирующего рака результаты оставляют желать лучшего. Также не стоит забывать насчет поздних побочных эффектов. Есть два подхода к преодолению таких последствий. Первый – улучшить результаты лечения пациентов группы высокого риска или пациентов с рецидивирующим раком за счет проведения высокодозной химиотерапии и аутологичной трансплантации гемопоэтических стволовых клеток. Другой способ — применение новых методов лечения — протонная терапия, таргетная лучевая терапия или создание платформы геномного профилирования опухоли для персонализированного лечения. Сегодня я кратко объясню методы лечения нейробластомы высокого риска и опухолей головного мозга высокого риска, по которым специализируется наша больница. Также расскажу о платформе, что используется в больнице Precision Medicine. Начнем с нейробластомы высокого риска.
Если не брать во внимание опухоль головного мозга, нейробластома — это наиболее распространенный вид солидных опухолей у детей. При стандартном лечении в случае групп низкого или среднего риска результаты достаточно хорошие. Однако в случае пациентов группы высокого риска результаты лечения при проведении стандартной химиотерапии невысокие. Для улучшения результатов лечения пациентов с нейробластомой группы высокого риска с конца 1990-х, начала 2000-х годов были представлены методы лечения высокодозной химиотерапией. В сравнении со стандартным методом лечения результаты немного улучшились, но все равно при однократной трансплантации стволовых клеток результат был слабым. Начиная с 2000-х годов, в медицинском центре Samsung стали проводить тандемную трансплантацию два раза подряд. Основываясь на данном опыте, была опубликована исследовательская работа по поводу тандемной трансплантации, в которой сообщалось о повышении результата лечения до 60% в случае нейробластомы высокого риска. Начиная с 2004 года, мы начали регистрировать пациентов с целью исследования. Здесь представлены результаты лечения нашего протокола SMC-NB 2004 года. Во время второй трансплантации было проведено облучение всего организма TBR, Total Body Irradiation. И в результате удалось выявить, что пятилетняя выживаемость выросла до 70%. Но тут же подтвердился факт увеличения частоты проявления поздних побочных эффектов. Поэтому, начиная с 2009 года, во время второй трансплантации, вместо облучения всего организма TBR, был разработан новый протокол с высокодозной MIBG-терапией. Это был первый в мире случай совместного применения высокодозной MIBG-терапии и трансплантации. Если сравнить протоколы 2004 и 2009 годов, то можно заметить одно отличие при проведении второй трансплантации — переход от облучения всего организма TBR к MIBG-терапии. Обычно высокодозная MIBG-терапия применяется при лечении рецидивирующей нейробластомы. Однако в последнее время ее широко применяют при трансплантации впервые диагностированной нейробластомы. Данная терапия имеет преимущество в уменьшении проявления поздних осложнений в сравнении с методом облучения всего организма TBR. Однако, так как используется радиоактивное вещество для проведения терапии, необходимо изолированное помещение. Здесь представлены результаты лечения протокола 2009 года. При сравнении результатов лечения метода облучения всего организма TBR и MIBG-терапии разницы не наблюдалось. Однако по сравнению с протоколом 2004 года было подтверждено, что в случае пациентов, проходящих лечение по протоколу 2009 года, поздние осложнения уменьшились. Таким образом, было выявлено, что применение MIBG-терапии вместо метода облучения всего организма TBR является хорошим вариантом, который сохраняет результат лечения и способствует уменьшению поздних осложнений. Начиная с 2014 года в протокол лечения были внесены небольшие изменения. Перед проведением высокодозной химиотерапии назначают проверку ответа организма на лечение, в соответствии с которым определяется доза препаратов химиотерапии. Были проведены следующие клинические испытания. Если у пациента хороший ответ на лечение перед проведением высокодозной химиотерапии, дозировка химиотерапии уменьшалась. А если у пациента был плохой ответ, то никаких изменений не применялось. Проводилась изначально запланированная высокодозная химиотерапия. Результаты испытаний показали, что у пациентов с хорошим ответом на лечение при уменьшении дозировки результаты лечения протокола 2014 и 2009 года не снизились. А у группы пациентов с плохим ответом лечение по протоколу 2014 года показало улучшение в результатах лечения. Кроме того, было выявлено, что уровень смертности, связанный с лечением по протоколу 2014 года, значительно снизился по сравнению с уровнем протокола 2009 года.
Если обобщить, в случае традиционного метода лечения выживаемость составляла 10-20%, при проведении однократной трансплантации 30-40%, при тандемной трансплантации 60-70%. В нашей больнице тандемная трансплантация проводится с начала 2000-х годов. Мы приложили немало усилий для улучшения результатов лечения. И на данный момент результат лечения МЦ Samsung составляет 70%. В случае рецидивирующей нейробластомы проводится спасательная химиотерапия, аллогенная трансплантация стволовых клеток и высокодозная MIBG-терапия. Если посмотреть на результаты лечения при рецидивирующей нейробластоме, даже после проведения высокодозной химиотерапии результаты неудовлетворительны. Однако удалось подтвердить хороший результат лечения у группы с хорошим ответом на индукционную терапию или в группе, где была проведена гаплоидентичная трансплантация стволовых клеток, включающая MIBG-терапию. Далее перейдем к опухолям головного мозга высокого риска. Среди методов лечения опухоли головного мозга у детей можно выделить хирургическое вмешательство, лучевую терапию и химиотерапию. Известно, что результаты лечения детского рака лучше, чем результаты лечения опухоли головного мозга у взрослых. Однако, в случае опухоли головного мозга высокого риска у детей результаты все еще неудовлетворительные. Другая проблема заключается в том, что среди опухолей головного мозга у детей часто встречаются эмбриональные опухоли, при лечении которых применяется краниоспинальное облучение. Если данная лучевая терапия затрагивает спиной мозг, то это влияет на увеличение поздних осложнений. В нашей больнице с 2016 года применяется протонная терапия. Терапия показывает хорошие результаты лечения, а также одним из преимуществ является уменьшение поздних осложнений за счет минимального воздействия облучения на здоровые близлежащие ткани. Для лечения опухоли головного мозга группы высокого риска в больнице применяется стратегия протонная терапия и тандемная трансплантация, за счет которой снижается доза лучевой терапии. Целью данного метода лечения является уменьшение поздних осложнений, которые могут возникнуть вследствие лучевой терапии, а также сохранение уровня выживаемости. Рассмотрим пример лечения медулопластомы высокого риска. Медулопластома занимает около 20% опухолей головного мозга у детей. Методами лечения данной опухоли является хирургическое вмешательство, лучевая терапия и химиотерапия. А также обычно применяется краниоспинальная лучевая терапия в 36-39 Грей. Иногда применяется местная лучевая терапия. Однако в случае лептоменингеального метастаза, остаточной опухоли, крупноклеточной патологии, прогноз лечения неудовлетворителен, в отличие от прогноза лечения медулобластомы. И если проводить краниоспинальную лучевую терапию при дозировке в 36 Грей, это может привести к когнитивной дисфункции. Медицинский центр Samsung снизил дозу краниоспинальной лучевой терапии, внедрил тандемную трансплантацию и, проанализировав данный метод лечения, огласил следующие отличные результаты. Десятилетняя выживаемость составила около 70%. Пациентам, кто проходил данное лечение, была проведена краниоспинальная лучевая терапия с дозой 23,4 и 30,6 Грей. Несмотря на это, результат выживаемости составил 70%. Кроме того, подтвердилось мало поздних осложнений. Было подтверждено, что 10 из 14 пациентов в возрасте 18 лет и старше поступили в вузы после прохождения лечения, а трое из 5 пациентов в возрасте 23 лет и старше устроились на работу и проводили нормальную повседневную жизнь. На самом деле, очень сложно лечить
лечить опухоли головного мозга у младенцев в возрасте до 3 лет. Это связано с тем, что мозг младенца пока находится в стадии развития, поэтому проведение лучевой терапии может повлечь за собой серьезное осложнение. Именно поэтому при лечении младенцев сперва проводится операция и химиотерапия, и только по достижению 3 лет применяется лучевая терапия. Однако было подтверждено, что по мере отсрочки проведения лучевой терапии заболевание может прогрессировать быстрее, что повлечет за собой низкий уровень выживаемости. Для максимальной отсрочки лучевой терапии в медицинском центре Samsung проводится тандемная трансплантация, которая увеличивает уровень выживаемости, позволяет откладывать график лучевой терапии и снизить ее дозу для уменьшения побочных эффектов. В больнице местная лучевая терапия назначалась после хирургического вмешательства, химиотерапии, высокодозной химиотерапии, только при наличии остаточной опухоли. Краниоспинальное облучение проводилось только при изначальном наличии лептоменингеальных метастазов. При отсутствии того и другого фактора лучевая терапия не проводилась. Тем не менее, было подтверждено, что 7-летняя выживаемость составляет около 60%. Реакция на лечение зависит от типа опухоли. Результаты лечения при АТПО и ПНЕО неудовлетворительны, но во всех остальных случаях эффективность была подтверждена. Это текущий протокол лечения эмбриональной опухоли, который в настоящее время применяется в нашей больнице. Согласно текущему протоколу, мы проводим интратекальную химиотерапию для снижения дозы лучевой терапии. После операции, но перед лучевой терапией мы дважды проводим химиотерапию и применяем по одному разу интратекальное лечение, после чего проводим один курс краниоспинальной лучевой терапии, 4 курса химиотерапии и в случае пациентов группы высокого риска проводим тандемную трансплантацию. В зависимости от наличия области остаточной или метастатической опухоли определяются дозы местной и краниоспинальной лучевых терапий. То же самое и с опухолями головного мозга у младенцев. При опухолях головного мозга у младенцев мы проводим хирургическую операцию, 6 курсов химиотерапии, интратекальное лечение и тандемную трансплантацию. Затем, когда ребенку исполнится 3 года, то при наличии метастазов мы применяем краниоспинальную лучевую терапию с дозой 18 грей. Применяем индукционную терапию в случае положительного ответа. Местная лучевая терапия проводится в течение более 18 месяцев. Далее я расскажу о платформе точной медицины Precision Medicine Platform, которая применяется в медицинском центре Samsung. Как вам хорошо известно, точная медицина заключается в обнаружении определенных генетических аномалий у конкретного пациента и проведении индивидуализированного лечения в соответствии с ними. Институт геномных исследований медицинского центра Samsung разработал платформу Cancer Scan, которая может обнаруживать возможные активные варианты в геноме рака. На основе этой платформы проводятся различные клинические испытания с таковыми пациентами. Количество генов у человека приблизительно 25 тысяч. Cancer Scan — это диагностическая платформа, анализирующая мутации в 381 гене, которые связаны с частотой развития рака и его прогнозом. Процесс начинается с извлечения ДНК из клинического образца пациента. Затем извлеченная ДНК анализируется с помощью платформы Cancer Scan, которая основана на разработанном секвенировании нового поколения NGS Института геномных исследований медицинского центра Samsung. На основе полученной таким образом информации анализа генома каждого отдельного пациента проводится консилиум между специалистами – онкогематологи, биологи, патологистологи и генетики.
Специалисты тщательно изучают и всесторонне анализируют состояние пациента и подбирают препараты-кандидаты, которые наиболее эффективны для лечения пациента. С помощью системы шлюзов Gateway и еще одной разработки Института геномных исследований медицинского центра Samsung, клинический врач может проверять результаты анализа генома в интернете и использовать их для планирования индивидуальных вариантов лечения пациентов. Информация о процессе разработки платформы Cancer Scan и различные клинические случаи публикуются в виде исследовательских работ. Таковые работы оцениваются как работы с высокой академической значимостью. Изначально Cancer Scan использовался во всех случаях, но в основном он применим в случае рака у взрослых, так как детский рак отличен от взрослого по своей геномике, по маркерам, которые прогнозируют ответ на лекарственный препарат, или маркерам для риск-стратификации. Возникла необходимость в разработке специальной панели в случае детского рака. Кроме того, еще один важный момент в случае детского рака заключается в том, что есть ген, предполагающий к развитию рака, который можно найти примерно у 10% детей. В больнице была разработана платформа PET-Scan, которая может оценивать не только данный ген, но и изменение количества копий генов в клетках опухоли. Эта платформа содержит информацию о 353 генах, в которые включены 149 генов, предрасполагающих к раку. Была опубликована статья, в которой на основе данной платформы были выявлены активные варианты в геноме рака. При использовании данных платформ были проведены клинические испытания по поводу рефрактерных рецидивирующих солидных опухолей у детей. Клинические испытания проводятся с 2016 года, и всего было зарегистрировано около 84 пациентов. Клинические испытания были проведены следующим образом. Были взяты образцы рефрактерных рецидивирующих солидных опухолей и проведено целевое секвенирование. Затем около месяца проводили анализ на лечение активных вариантов в геноме. При наличии таковых, в дополнение к стандартным противораковым препаратам, добавлялись препараты, воздействующие на данные активные варианты. При отсутствии таковых проводилось комбинированное лечение с мульти-ТКИ. У некоторых пациентов были подтверждены хорошие результаты по поводу лечения с мульти-ТКИ, а также препаратов на активные варианты генов. Кроме того, у некоторых пациентов наблюдалась частичная и полная ремиссия. В настоящее время в случае рецидивирующего детского рака группы высокого риска проводится забор образцов ткани для выполнения секвенирования и анализа данных. Далее проводится совещание экспертной комиссии и составляется отчет. Основываясь на этих отчетах, проводятся различные клинические испытания, либо в рамках программ сострадательного использования препаратов фармацевтических компаний проходит введение препаратов. Все это осуществляется на платформе точной медицины Precision Medicine Platform. Рассмотрим несколько примеров. Пациент с воспалительной миофибробластической опухолью. При использовании обычного метода FISH флуоресцентная гибридизация не удалось подтвердить транслокацию. Однако при использовании разработанной нами платформы PET-Scan была подтверждена транслокация гена ALK, киназа анапластической лимфомы. В случае этого пациента стандартное лечение не привело к уменьшению опухоли, но после подтверждения транслокации ALK был применен кризотинип в течение 4 недель, и к 20 неделе был подтвержден полный ответ на лечение. По сей день у этого пациента нет никаких признаков болезни. Другой случай – пациент с рефрактерной нейробластомой. У пациента после PET-Scan также была обнаружена мутация ALK-F1174L и амплификация ALK. Поскольку было общеизвестно, что такой вид устойчив к ингибитору ALK первого поколения, был направлен запрос на препарат второго и третьего поколения ингибитора ALK,
Лартатинип, компания Pfizer в рамках программы сострадательного использования препаратов. Препарат применили пациенту, и было подтверждено, что опухоль исчезла примерно через 8 недель после рецидива. Третий случай. Пациент с глиомой низкой степени злокачественности. Пациент следовал стандартному курсу лечения, однако после проведения PET-скан было выявлено слияние BRAF, после чего пациенту назначили ингибиторы MEK, после которых состояние пациента улучшилось. Платформа PET-скан используется не только с целью лечения, но и для обнаружения синдрома предрасположенности к раку, проведения генетического консультирования и наблюдения за раком. Позвольте мне представить вам пример. Рассмотрим 4-летнего пациента, девочка, у которой изначально была диагностирована саркома почек. После нефректомии было проведено обследование тканей опухоли и поставлен диагноз – недифференцированная саркома. Через 5 лет после проведения лечения у пациента была выявлена опухоль в голове и небольшая киста на другой почке. Рецидив саркомы в области головы – достаточно редкое явление, поэтому было подозрение, что это совершенно другой вид рака. Однако патологический анализ, проведенный после операции, показал, что это имеет отношение к первичной опухоли. У нас появились сомнения относительно таких результатов, и было решено провести секвенирование зародышей линии. Была выявлена бессмысленная мутация DICER1 и подтвержден синдром DICER1. Известно, что в таких случаях может развиться печеночная саркома. Часто возникает киста в почке, кистозная нефрома. Также после было проведено секвенирование для каждой отдельной опухоли. Поскольку геномный образец каждой опухоли был разным, то были мнения, что это является вторичной опухолью, а не рецидивом. Посредством генетического консультирования было подтверждено, что у матери пациента была такая же мутация. Было проведено наблюдение за раком и как результат выявлен многоузловой зоб щитовидной железы. На этом я заканчиваю свое выступление. Обобщив, хочу еще раз отметить, что медицинский центр Samsung проводит высокодозную химиотерапию, аутологичную трансплантацию стволовых клеток, применяются и другие новые методы лечения, такие как протонная терапия, таргетная терапия, МИГ, и используется платформа геномики для улучшения результатов лечения и сокращения поздних побочных эффектов в случае рецидивирующего детского рака группы высокого риска. Спасибо за ваше внимание.